начала разбираться с чертежами, я научилась использовать компьютер не только для интернета, и научилась понимать, что такое 3D-моделирование. Я научилась 3D-моделированию, как читать чертежи правильно. До приезда на компетенции я уже много знала о своей направленности, но в этом году мы работаем в другой программе, и я узнал много нового о ней. Я научился точно строить по чертежам, работать в программе Inventor, разбираться в разных чертежах. Детали и понимаю, как строить чертежи. Я научился работать в инвентаре и создавать разные проекты. Все время обучения я научился, как правильно вести социальные сети, как их продвигать. Даже будь то компания, либо какая-то личность, ну, те же блогеры. В основном модуле мы научились продвигать, разрабатывать стратегию продвижения определенного группы, может, сайта, и также определять целевую аудиторию и модели ее поведения. Я научился измерять детали всякими приборами и научился измерять высоту, длину всяких предметов. За это время, за все, на цифровой метрологии в лагере я научилась на компетенции свои понимать свои чертежи, ну, все диаметры, размеры, допуски считать, как правильно пользоваться инструментами. Проведенные на компетенции, я научился анализировать рынок труда, соотносить целевую аудиторию компании, целевую аудиторию вакансий. Мы научились анализировать рынок труда, подбирать персонал, также мы научились нормально делать презентации. И освоили часть психологии, что очень важно и это необходимо в жизни. Естественно. Почему? Потому что я мощный.